собираемся выезжать на охоту в сторону Волгоград-Саратов. Вот, по нашим прогнозам, вот буквально со дня на день начнется прилет птицы, и мы должны быть там. Ну что вы, остаетесь? Стараемся. Провожаете? Угу. Ну ладно. Давай, Вов, пока. Угу. Веди себя хорошо. Давай. Давай, мелочь. Все, пока. Маши ручкой. Что такое? Почему? Ну, ничего. Во, во, молодец. Пока, леди, ты тоже остаешься. Все. Алга. Вперед. Пензенская область. 31 число. Такая вот погода. Весной даже не пахнет. Но мы едем. Едем на охоту. На гуся. Потому что знаем, что гусь будет. Все карты складываются. Так. Где главный человек, ради которого я здесь приехал? Ну, здорово. Где он? Здорово. Я не про тебя. А, где он? Нет. Леди. Да тише, тише, она сейчас выпрыгнет. Сиди место. Приехали, леди. Что делаешь, Юр? Запихиваем, отрамбовываем скарб. Сейчас в настоящий момент сапоги. Места катастрофически не хватает. Да? Да. 105-ка не та машина. Не надо обзор на нее снимать, да? Да. Так, вот у нас якоря, топоры, лопаты, грабли. Все у нас здесь уложено, вещи. Еще надо два лежака сюда впихнуть. 24 чучела и плавающих. В общем-то, и собаку еще. Ну и еще и харчей. Харчи, канистра бензина, 20 литров воды. Ну что, погрузили? Да, почти все загрузили. Почти все вот так вот. Вот так вот у нас вышло. Отсюда плохо видно, сейчас обойду. А ты сзади побежишь, зверюга. Пойдем, леди. Вот так вот у нас здесь выход видит, выглядит. Вот там чучалки сзади. Все там забито. Ящики, контейнеры, якоря. Пробуй ее туда. Леди. 25 килограмм весит. Леди. Все. Даже потолка не достает. Да. Ложись там. Все, там поедешь. Где-то уже испачкала в шею. Как тебе там? Комфортно? Удобно? Идеально. А? Идеально. С кратки. Ты готова? Видишь, говорит, всегда готова. Ну видишь, как хорошо. Как хорошо мы упаковали все, да? Да. Это все тоже. Битком. Ну да, тут все плотненько. Завтра еще затарим топливо с собой в НЗ. Ну сюда еще что-то можно даже чуть-чуть впихнуть. Пятилитровку можно еще. Литрушечку, да. Медленно открывать, чтобы ничего не выпало. Вот все битком. Сумки, ящики с продуктами, чтобы ничего по машине в пакете не болталось. Корм собачий, тут шатер. Там арматура от скрадков, грабли. В принципе, все нормально. А здесь вот мы, тут места даже более чем достаточно.
сюда еще так вот рюкзачок станет, карты, бинокль, навигатор, все под рукой. И, в принципе, можно выдвигаться. Леди. Эй, ты тут? Так и поедешь завтра. Наконец-то собрались. Долгие сборы закончились. Леди, выглядывай. Раннее утро выезжаем. Ранним утром, по утру. Пока петушок тру-ру-ру. Петушок тру-ру-ру. Гусик га-га-га. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Да? Да. Погнали. Кто снижается? Гусики у нас снижаются чуть-чуть, а у нас снижаются. Не, в смысле, чуть-чуть, не количество небольшое. А как там леди себя чувствует? Дышак полтора. Тут видно на камеру. Ты не уверен. Ну вот они летят сторонкой. А вот вон на него, на Дима, вон они на поле. Сидят? И сидят, и взлетают, и перелетают, вон они. Хорошо их там? Эти вот летят, не знаю, на камеру будет видно, нет? Там много, и это все... А вон там еще, смотри, на горизонте, Юр, он за теми. Я говорю, вот это перспективные поля, вижу. Видишь, и снежок есть, то, что надо. Ну, в общем, мы... находимся где-то в районе области. Вот. Вон гусь сидит. Вот прям вот на первом лимане, на ближнем. И он перо падает, смотри, гусины. Он вот, прям перед машиной вот это падает. Ближний большой лиман. Вот видишь этот перешейк его. Вот на перешейке сидит. Да я хоть посмотрю первый раз на гусей бинокль. Вот перешейк вот этот. Первый наш спуск, да, Юр? Да, да. Первый. Бездорожье. Бездорожье, да. Не сильное бездорожье. Подмерзшее. Это дров, по-моему. Да, наверное, дров. Вот. В общем-то, гуся мы видели. Гусь мотается небольшими стайками. Во всех направлениях, да, воды очень много, очень просто. Но основная задача теперь нам найти, выбрать место подходящее для охоты, найти, чтобы там птица, соответственно, была. Ну, все как обычно, все по схеме, все по плану. Пока вот катаемся, в смысле, первый раз съехали проверить пару клеточек, посмотреть, что там есть. Все у нас погружены, собака там пристегнута лежит. Улетела. Погода идет тепло, и основной пролет как бы еще ожидается, поэтому шансы есть. Вот, будем стараться. Вот такая вот дорога, такая вот обстановка в полях. Вот она. Это вот, не знаю, озимка нет, это, наверное, чтобы здесь сидел кукуруза подработанная, не знаю, может, соя. Но факт в том, что вот, идем. Очень глубоко идем. Очень глубоко. Это вот такая вот степь. Вот где гусь, да? Где вода? Ищите воду. Воды, море, даже волны. Да. И нам надо прорываться как-то. Думаешь? Жесть какая глубина. Глубоко там везде? Глубина, да, но в принципе проедем. Я думаю, что мы сегодня глубже проехали уже. Место, которое глубже, мы сегодня прошли уже. И одно. Да. Хотя мы только съехали в поля. Да? Да, это только первые километры. Первые километры по бездорожью. Ну, вообще что-то с чем-то. Этот сезон просто вообще... Такого моря еще не было 70 лет. И первое. Ну, тут лайтово. Тут обойдемся одним тросом, я думаю. Немножко застряли. Объезжали он тут потоп.
Стой! Пульт, леди, давай пульт управлять. Языческий. Языческий культ, да? Да. Хорошо вам, да, тут? Да. Особенно ей на черве, на солнышке, да, леди? Да. Глаза щурит. Манок. Она любит, да, кстати, манок покрасить. Ветер сегодня скрипит. Но, что я вам скажу, нашли мы. Нашли гуська. Да? Ага. Да, нашли, солнце слепит. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. По предварительным расчетам нам нужно отдохнуть. Потом дождаться сумерек. На сумерках установим лагерь. И приготовить скрытый ужин. Будем вечером сегодня. Да. Я тоже немножко в кадр появлюсь. Вечерки не будет, хотя она могла бы быть, мы могли бы там наскоком прискочить, там гуся поднять, где-то залечь, там в белых халатах еще осталась снежница, и попытаться отохотиться, но это будет не то, что мы хотим, это будет неправильная охота, нам нужно дождаться, мы нашли гуся, его сидит там какое-то количество энное, ну нас двоих, если кто-то сюда... Кого-то не занесет сюда, а сюда вряд ли кого-то занесет, потому что трубок ни у кого нет подводных с собой весной. Вот, поэтому мы проплывали реально, как на подводной лодке, там вода лилась по капоту, а у нас метр до капота. В общем, мы проехали все это море, нашли птицу, этого количества нам хватит, чтобы успешно, думаю, завтра поохотиться. Надеюсь, что он вернется. А если мы его не распугаем, то теоретически процентов сколько-то он вернется. Ну вот, подождем сумерек. Ну, может, посмотрим, если он здесь останется. Не исключено, что он здесь останется. То дождемся полной темноты и поедем готовить укрытие. Вот. Если улетит, то поедем, соответственно, раньше готовить. Но сейчас вот стоим просто в поле, ждем, когда солнышко сядет. Ярило сегодня светит ого-го, поэтому остается только ждать, когда солнышко присядет, и принимать решение по маскировке, по подготовке укрытия. Нам еще надо разгрузить машину, она у нас полная хибара. Леди здесь уже хочет ходу, но здесь вот под ногами такая вот няша, вода. Вообще здесь везде вода в поле. Здесь вода, там вода. Это еще даже сухое очень поле, если его видно. Там вода, вот где птица сидит, там за посадками. Все в воде. Там вообще все в воде, все поле в воде, абсолютно. Там вот на солнце, вдалеке, если видно на камеру, там огромнейший лиман, 600 метров, наверное, на 400, на Пахоте, прям посередине, просто в воде. Реально в воде. Если такие лиманы на Пахоте, то да, это говорит о том, что на стерне, да, на зимке они будут еще больше. Что говорить, снег только как три дня, наверное, сходит, тепло как 3 дня. Но вот в пятницу еще мороз был, мело, Пензу я проезжал, мело, а сейчас уже тепло, да, леди, на солнышке греешься. Но это хорошо, ветер нам не помеха, дождь доставит, конечно, неудобно, но дождя нет, поэтому мы радуемся этому дню, что мы оказались здесь, все вместе, втроем, будем охотиться, будем пытаться снять вам видео, как мы маним, как гуси налетают. Если все получится, все удачно, мы будем пробовать. Первый день, как говорится. Ну, ничего страшного, пропустим вечерку, как говорится, догоним на утрянке. Да? Да. Как говорит мой друг, надо пробовать. Да, будем пробовать. Да, леди? А? Нюх. Третья пониженная, водитель говорит. Штурман. Да, хуячим. Даже просим прощения за нецензурную лексику. Третье пониженное газпо, 4000 оборотов. Там, не знаю, видно, не видно, но остановку нам надо одолеть. Но остановка. Молчу. Все. Стоп, смотри. Стоп, близко. Утро туманное, да? Нет, не туманное. Какой туман при таком ветре? Кофеек. Ветер 10 метров в секунду. Остановились мы в таком бунгало здесь.
посреди поля. Ну, или не посреди, а на краю поля. Сарайка. Сгрузили в него шмотки. Весь наш хибар. Ну, уже утро. Готовимся к охоте. Ну, в смысле, что готовить? Сейчас кофейку попьем. Газ, правда, сдыхает. Надо поменять, потому что с таким газом, конечно, кофе не сваришь. Ну да ладно. Сейчас позавтракаем чуть-чуть и будем выдвигаться к укрытию. Ждать удачу. Будем ждать удачу.